Девушки, добрый вечер. Давайте проверим звук. Поставьте плюсик или десяточку, если меня хорошо слышно. О, ура! Ну все, увидимся в 9, услышимся. Всем добрый вечер. Поставьте, пожалуйста, плюсики, как меня слышно, и будем начинать. Угу, слышно хорошо. Ну, я думаю, все, кто хотел, уже собрались, да? Итак, мы с вами начинаем. Наша тема сегодня «Чудеса цветения», серия «Блум». Я думаю, вы тоже уже успели оценить эту серию по достоинству. Но я вам расскажу, почему именно я захотела рассказать вам о серии «Блум». Впервые я услышала об этой серии на цифровом форуме, на цифровом обучении. Вот она была представлена как новиночка, и очень интересно, очень прямо так вдохновляюще о ней было рассказано. Я узнала, что это инновация, и биокапсула с живыми активными клетками теперь целенаправленно проникает в проблемные места кожи. Для каждого возраста свой ключевой ингредиент. В чем именно инновация? Секретный код молодости подобрали в наших лабораториях. Серия Bloom 35+, это жасмин. Жасмин – чарующий ароматный цветок. Древние греки считали, что куст жасмина – это подарок богине мудрости Афин. И собирали его только ночью. 45+, экзотическая тубероза. Родина этого цветка – Латинская Америка. И на Гавайях им украшали невест. Это активный лифтинг. 55+, ирис. 800 оттенков, в переводе с греческого, это радуга. И, конечно же, привлекает яркий дизайн этой серии. И давайте будем разбираться подробнее. Как говорит наш главный косметолог Фаберлик Рима Корнеева и научный руководитель наших лабораторий, серия Bloom – это курс на омоложение, красоту и вечную молодость. Вот так красиво Рима Корнеева представляет серию Bloom в наших личных кабинетах, в обучении. Можно это найти, уход Фаберлик. И внимательно это посмотреть, то есть подробностями, то, о чем я сегодня буду рассказывать, можно найти в наших личных кабинетах. Вот. Итак, серия Bloom – это совместная разработка лаборатории Найолис из прекрасного города Бордо и лаборатории Фаберлик. Но в чем же заключается инновационность и уникальность совместной разработки? А что делали в лабораториях? Стремились создать максимально естественную, максимально органическую и максимально натуральную серию. И это получилось. Как же это делали? Что за уникальная технология была создана в лаборатории Найолис? Заключается она буквально в следующем. Использовать исключительно экстракты растений. Что такое экстракт? Я думаю, вы знаете, да? Берем цветочки, ягодки, корешки плодов, какую-то специальную емкость, заливаем специальным растворителем и делаем все это, оставляем какое-то время экстрагироваться. И получается все, что есть в растениях, да, в корешках, в цветочках, попадает в эту самую среду, и мы получаем с вами растительный экстракт. Это и будет растительный экстракт. Но это лишь малая часть того, что несут в себе все эти вот компоненты. Это лишь капля в море активных ингредиентов и энергии растительных клеток. Теперь же, что сделали в лаборатории? Не использовали растительные экстракты, а использовали настоящие живые клетки растений. Дело в том, что лаборатория Найолис способна получить из маленькой клеточки, из листочка, из корешка, из цветочка достаточное количество этих самых активных клеток. И маленький кусочек растения выращивается, и получается не просто экстракт, а настоящий сгусток энергии живых клеток. Фактически каждая клетка сохранила в себе все свойства материнского растения. Представляете, какая инновация? И далее уже эти клетки подвергаются уже дополнительной обработки. Их сублимируют, удаляют из них влагу, и клетка становится достаточно маленькой, и она уже способна преодолеть барьерный слой кожи.
Но лаборатория Faberlic пошла еще дальше и создает уникальную систему доставки клетки, которую получили способом выращивания биомассы в лаборатории на Йолис. Внутрь биокапсулы помещено это. И поэтому теперь все ингредиенты, которые помещены внутрь биокапсулы, они беспрепятственно проникают в кожу. Дело в том, что наша кожа, она как бы выставляет барьеры. И не совсем прямо так активно все это способно впитывать. Поэтому вот такие вот разработки проводят в лабораториях. Но именно в серии Blue есть такие проводники, которые способны разрушить слой, создать какие-то особые специальные условия. И биокапсула, мембрана клеточек проникает. Кожа воспринимает ее буквально как родную. Вот. Так, о чем еще мы расскажем вам? Далее. Блум – это не просто проникает в глубокие слои, но и провоцирует образование новых структур, стимулирует синтез коллагена и восстанавливает плотность кожи, насыщает кожу влагой. Это серия омолаживающая, и уникальная технология ее – сейчас мы будем разбирать с вами по возрастам прямо, но я хочу сначала сказать вам о том, что не успела эта косметика выйти на рынок, как получила уже номинацию «Лучший товар года» в категории «Косметические средства». Представляете, как здорово, как работают наши лаборатории. Итак, поближе познакомимся с продуктами для достаточно еще молодой кожи, но уже начинают появляться признаки увядания кожи. Пока они еще мало заметные, начинают проявляться они очень хорошо на лице, и мы начинаем активнее ухаживать за кожей и омолаживать ее. Итак, 35+ с активными клетками жасмина, которые находятся внутри всех наших препаратов. Именно серии 35+. Это желтенькие баночки. Да? Поставьте, пожалуйста, единички, кто уже попробовал серию 35+. Может быть, уже есть какие-то свои впечатления. Когда на пункты выдачи нам пришли пробные образцы, мы предложили людям 45+ и 55+ попробовать. Дневной крем у нас был. И получили очень такие благодарные отзывы. И на мастер-классах использовали также этот продукт и тоже видели результат. Делали пол лица, получается, используя вот этот дневной крем как раз. И я брала протестировать себе именно 35+ дневной крем. То есть, ну, я очень довольна результатом. То есть вот моя кожа просто вот была как после активного отдыха. То есть мне очень понравился результат. Потом у меня проблемная комбинированная кожа, да, больше склонная к жирности. И вот именно этот крем 35+, который я попробовала, он мне в течение дня не дает никакой жирности. То есть и он очень хорошо, значит, по ощущениям легкий, и жирности у меня не замечала я в течение дня. Поэтому вот это для меня тоже важно в этом. Смотрите, серия Blue, она у нас еще имеет уникальную способность защищать не только от внешней среды, но еще и от ультрафиолета, плюс еще голубого цвета экрана компьютера и ваших гаджетов. Представляете, как здорово? Изнутри, кроме всего прочего, жасмин еще обладает уникальной способностью защищать кожу от действия свободных радикалов. Вот. Это защита от старения кожи 35+, жасмин. И главная задача – предотвратить преждевременное старение, сделать кожу более долгий период, молодой и цветущей. Итак, мы двигаемся с вами дальше и посмотрим, что же у нас такого интересного в серии 45+. Это самый прекрасный возраст, да, когда уже многое сделано и многое достигнуто. Очень хочется оставаться бодрой и молодой, и в этом нам помогает серия с туберозой 45+. Клетки туберозы, упакованные в биокапсулы, прежде всего призваны заботиться о сохранении и увеличении упругости кожи. И главная задача здесь у нас – синтез коллагена. Изнутри клетки туберозы будут воздействовать на систему.
И поэтому после курса использования серии 35+, мы что будем с вами ощущать? Упругость, плотность, это очень важно для возраста 35+, и эластичность. +55. В этом возрасте, к сожалению, уже накоплены достаточно серьезные поломки, и их нужно исправлять. Самый омолаживающий активный цветок, который можно найти на земле, сам по себе ирис, необыкновенно прекрасный и обладает той же прекрасной возможностью, эффективным способом сохранять и восстанавливать молодость кожи. Прежде всего, латает поломки, которые у нас появились, да? И что же еще делают у нас клетки ириса? Они способствуют активной регенерации, лифтингу, и овал у нас становится более очерченным, то есть из буквы У превращается в букву В. И дальше несколько советов от Риммы Корнеевой. Я как-то была на живом мастер-классе у Риммы Корнеевой в Красноярске. То есть, ну, это просто невероятно, как она смешивает вот наши серии, как она вот осуществляет вот этот подбор разных. То есть это вот такое прям блаженство наблюдать за ней, как она сама все это делала. И вот то, что я вам говорила в кабинете, где есть в обучении уход в Фаберли, где можно посмотреть про серию Блум, все очень подробно. Там как раз видео, и вы сможете там прямо сами подробно посмотреть. А я вам лишь немножечко вот расскажу о том, как советует Римма Корнеева работать с этой серией, как ее использовать. А так как в этой серии Bloom у нас нет с вами очищающих продуктов, то Римма Корнеева рекомендует нам использовать ее с очищающими продуктами из других серий. Это серия Oxyology. Берем мицеллярную воду, да, и осуществляем демакияж. Я думаю, все эти этапы вам очень хорошо знакомы. То есть тщательно смываем весь наш макияж. И обязательно мицеллярную воду, кто еще, девочки, может быть, не знал или подзабыл, обязательно смыть большим количеством воды. То есть мицеллы, вот эти именно, которые находятся в мицеллярной воде, они призваны разрушать у нас декоративные пигменты, поэтому обязательно мы смываем ее водичкой. Дальше мы используем пенку, да, можно из серии Oxyology или любая другая, которая вам нравится. Вот. Затем Римма Корнеева нам предлагает, как глубокое очищение, использовать тоник ночной обновляющий с ахокислотами и ферментами. Это для более глубокого очищения, чтобы разрыхлить слой обертвевших клеток и удалить их. То есть этот тоник мы обязательно, если будем этот этап использовать, потом перекрываем тоником, да, тоником нежным из серии Oxyology. Он насыщает влагой, восстанавливает мантию кожи. Вот. А кто еще, девушки, не знает о пользе тоника, давайте, пожалуйста, в чат сейчас поставим минусы, если кто-то не использует тоник. Поставьте плюсики, если кто-то всегда использует тоник утром и вечером. И минусы, если кто-то еще не знает о чудодейственном воздействии тоника на нашу кожу. И профессиональные косметологи говорят, что лучше пропустить крем, чем этап ухода тоником. Да, обязательно используем. Я рада, что у нас появились плюсики. Все уже у нас просвещенные. Угу. Вот. И тоник, он у нас, конечно, подготавливает кожу к дальнейшему нанесению, да, то есть он у нас остаточки какие-то, если у нас что-то еще загрязнение, забирает все на себя и подготавливает кожу к дальнейшему уходу. Вот. И дальше основной уход. Основной уход – это у нас такие продукты. Сыворотка. Сыворотку мы по капельке тонким-тонким слоем распределяем, то есть по массажным линиям, по точечкам, наносим где-то около 5 точечек на лицо, шею и зону декольте. То есть я надеюсь, что вы все знаете, что за лицом нужно ухаживать целиком, а не только за верхней ее частью, да?
То есть целиком это на уровне третьего ребра. То есть это все у нас считается уход за лицом. Не забывайте об этом, пожалуйста, девушки. Сыворотку нанесли. Сыворотка у нас очень быстро впитывается, потому что, смотрите, мы перед этим сколько, да, с вами проделали этапов, если мы использовали еще тоник, лосьон, который ночной обновляющий, то у нас уже вообще просто кожа впитывает, вот, все забирает с благодарностью. После сыворотки мы тонким слоем наносим крем. И не забывайте, что в этой серии есть еще крем для век. Крем для век мы распределяем только на нижнее веко, да, и только от виска к носику, такими вот легкими похлапывающими движениями. Обязательно, девушки, используйте безымянный пальчик, когда наносите на нижнее веко под глазки крем, потому что этот пальчик у нас самый легкий и самый безопасный для нашей нежной кожи под глазками. Вот. Дальше. Очень хорошо будет сочетаться с серией Bloom. Это наша трехшаговая легендарная система ухода АБС. То есть если вы будете кожу подготавливать, да, очищать ее и тут же вот использовать секретный код молодости. Ну, в принципе, девушки, у меня все. Подробнее я вам сказала, где вы можете все это посмотреть. Поэтому будьте молодыми и прекрасными. Вот такой у нас сегодня небольшой обзор по серии Bloom.